Поехали? Оу. Даже так? Давайте, блядь, я даже не заметил, что я не убрал. Давайте сначала вот так сделаем, да? Бусти, Телега, нужно обязательно зайти подписаться. Яндекс Музыка, да, вы все это прекрасно знаете. Как я так не выключил? Ну это ладно, это бывает. Заходим, подписываемся, добавляем все наши плейлисты, да, и, соответственно, вы уже видели, погнали слушать. Nine Mice. Наркотик. Наркотик, осуждаем, если что. Produced by Ouling. Оулинг, мультиплатиновый продюсер, работал с Кэшдэми, Кэтс Чеки, Найн Майс, Лил Драг Хилл, Бушида Джо, Уайт Панк, Лида. Но если вначале я нихуя не понял, то дальше. Довольно неплохой послужной список. Мультиплатиновый продюсер. 2008 года рождения, чуваки. Мега хорош. Ой, и даже чуть написано. Что Май сказал о треке? Это для любимых девочек, самых красивых. И для любимых чуваков, которые хотят нравиться красивым девочкам. Это для сердца. Для любимых девочек, самых красивых. И для любимых чуваков. Что, блядь? Ладно. Чем сопровождался релиз трека? 11 мая 2024 года артист опубликовал сниппет трека в своем инстаграме. 15 мая Майс выпустил клип на YouTube. Клип. Хуя себе. Альтернативная обложка есть. На Spotify имеет другое название, да? Подожди. Наркорик. Наркурик, не знаю, чем отличается. Что Кай сказал о клипе? Да, клип Nine Mice. А, Кай Энджу сказал о клипе Nine Mice. Блять, как все сложно. Да, клип Nine Mice дешевка. Видно, что машина даже не его, блять. Там даже солнце светит. Ты дурной, блять, такое солнце. Лана Дель Рей Сергей. Лана Дель Сергей. Блять, что, блять? Еще и хуесосят друг друга. Или, может быть, нет. Ладно, го заценим, что это такое. Так, все, поехали. Я не могу врать, я скучаю. Я реально рисунок к твоим залипаю. У меня два телефона, и ты один знаешь. Ты меня заблокала, я охуеваю. Любишь или ненавидишь, я не понимаю. Зато я понимаю, если бы ты была я. Ха, такого не бывает. Я перестала говорить спокойной ночи, и я перестал спать. Перестал спать, эй. Я не могу тебе обещать, то, что все будет иначе. Но только время, это то, чему я могу доверять. Поверни время вспять, дай мне подышать. Еще раз ошибиться без последствий. Damn, это любовь с первого взгляда. Но мне нужно пройти еще раз, чтоб ты заметила. Себе. А чё, мне понравилось? Хороший трек. У меня только один вопрос. Сейчас еще раз. Сейчас еще раз надо послушать. Что-то я не понял тут кое-что. Сейчас. Я не могу врать, ты скучаю. Я реально рисунки твоим залипаю. Нихуя в натуре, блядь. Это же Джерк. Блин, нихуя хорош. Мега хорош. Блин, круто. Вот выходили какие-то треки от Nine Mice с Скайэнджелом, которые были такие ванильные. Но они были прям какие-то вот, что-то вот, какие-то вот неказистые, что-то вот как будто не хватало. Вроде с одной стороны, да, это и завет там, что-то, короче, вот такое. И что-то Nine Mice какой-то вот то ли ванильный, то ли какой-то уставший. Тут прям хорошо. Конечно, мало вот этого.
да, с точки зрения того Nine Mice, который хайпанул, скажем так, да, потому что можно было, да, это Love с первого взгляда, да, сильно поиграться, решил сделать максимально понятную историю, да, без вы японов. Оно может быть по именно построению текста слабовато, потому что, да, прям простые обороты, прям в лоб, прям максимально просто, да, без каких-то приколов. Но при всем при этом очень хорошо звучит, мне понравилось. Блять, Nine Mice молодец, удивил ванильным треком. Я прям не ожидал. То есть вы там писали, да, что какое-то говно, и, да, и судя по вот тому, что мы прочитали, и по обложке, и по названию, как будто бы сейчас будет прям вот какая-то хуйня, прям откровенная. А тут прям и развитие в треке есть. И структурно он, да, хороший. У него есть интро, у него есть довольно емкий куплет, хорошо исполненный, хорошо построенный. Да, слабый по тексту, но хорошо построен реально. Бриджуля, припевчик, бриджулинка, да, и последний припевчик, он же аутро. Он скорее больше даже аутро, чем последний припев, да. И музыка, биточек просто охуевший. Оулинг. Красавчик охуенно сделал. Да, перегрузы. Но как будто уместно, как будто бы вот там и нарастание идет все правильно. Мне понравилось. Такой плюс-минус трек лучше, что было сегодня. Я такой не буду добавлять. Jerk shit happens. Да. Не, это прямо реально хорошо. Nine Mice. Вот Орфеуса, да, мы слушали альбом. Вот что-то как будто вот реально подзаебало уже. И вот такой вот виток в творчестве, и при том сразу вот так вот. Это очень хорошо. Если он будет продолжать работать вот в этой вот стезе, да, развивая вот эту вот темку таких вот легких, ненавязчивых, при этом, да, вот таких загруженных инструменталом треков, почему нет? Почему нет? Он звучит, у него реально получается. Если вот эту вот тему развивать, да, может быть, еще над текстом поработать, типа, да, окей. Но опять же, да, залипающий припев, мне не нравится из одной строчки, но все же, да. Это хорошо. И в конце дроп очень приятный, плюс вот тут ямочки, да, очень хорошие. Блин, давайте еще раз, прям хороший, реально хороший трек, нихуя себе. Nine Mice, блять, красава! Я не могу врать, я скучаю. Я реально рисунок в твоим залипаю. У меня два телефона, и ты один знаешь. Ты меня заблокала, я охуеваю. Любишь или не любишь, я не понимаю. Зато я понимаю, если бы ты была я. Ха, такого не бывает. Ты перестала говорить спокойной ночи. Я перестал спать. Перестал спать, эй. Я не могу тебе обещать то, что все будет иначе. Но только время это то, чему я могу доверять. Поверни время спять. Дай мне подышать. Еще раз ошибиться без последствий. Damn. Это любовь с первого взгляда. Но мне нужно пройти еще раз, чтоб ты заметила. Замиксовано хорошо. Твоя любовь наркотик. Сейчас клип заценим, да. Без вот этого вот пафоса, который в последнее время окружал, да, просто музыку Angela и Mice, вот без этого пафоса сразу гораздо легче слушается. И вот такое объединение, да, современного джерка и как будто бы поп-рока, прям у него хорошо получилось, он вокально очень сюда попал. Прям молодец. И да, опять же, эйры не такие прямые, грубые, да, какие были у них, типа, когда они вайпер-вайпер-вайпер.
И Бриджуля очень круто замиксована, да? Не выпирает, а наоборот так идет волнами. И на фоне, да, я знаю, что ты хочешь. Да, прям вот хороший трек, реально, реально годный. Добавляем к нам в плейлист, погнали клип смотреть. Нихуя себе. Вау. Дэм. Хорошо. Так вот сделаем. Так сделаем. Так сделаем. Да еб, подожди, это что за... Сейчас. Я не могу врать, я скучаю. Я реально рисунок в твоим залипаю. У меня два телефона и ты один знаешь. Ты меня заблокала, я охуеваю. Любишь или не любишь, я не поняла. Зато я понимаю, если бы ты была я. Ха, такого не бывает. Ютуб сильно здесь звук пожал, конечно, блин, сильно пожал. Это еще площадки пожали звук, а на Ютубе вообще прям плохо со звуком, да. Прям сильно здесь пожат звук, не выпирает такапа. Пара ванильных треков и альбом Opium Type. У Хазиби был любовный джерк. Ну вот Хазиби мы пропустили, к сожалению, да. Бля, реально она по 2006 год. Ну, да. Да, неплохо. Он фактурно очень смотрится здесь, на самом деле. Но я могу с уверенностью сказать, что вот этот клип, он в 100 раз атмосферней, интересней, чем то, что пацаны делали, когда Вайпер и вот эта вот вся движуха с Лос-Анджелесом, с вот той девочкой, которая вся на костылях была. Это гораздо интереснее, это гораздо сочнее, это гораздо вкуснее, это монтажно гораздо сильнее, тут глубже кадры, тут, блядь, это пиздец, очень круто. Да, не лучшая вообще визуализация, но очень атмосферная на самом деле, гораздо лучше, чем то, что они до этого делали. При всем при этом идею вот этого вот, да, снимания от рук, типа камеры, как это объяснить, я не знаю, такого типа, да, не поставленного кадра, а дрожащая вот эта камера, все остальное, она как бы сохранилась. Это получило развитие, получается, и притом вот теперь грамотное. Бля, респект. Бля, в треке все четенько, прям все на месте. Ничего лишнего. Все, монтаж, посмотрите, как хорошо заходит. Ну красота! Котик. Супер! Реально? Красавчик? Молодец! Вот-вот-вот-вот! Классное развитие! Не то, что нам Кэнджел показал, да? Типа с дохуя возвращения к корням. Довольно муторный, какой-то вообще непонятный, чё, куда, кого истории с последним альбомом. А вот, вот. Я не говорю, да, именно про романтические треки. Я говорю про развитие именно творческое, про исполнение. Смотрите, как исполнение подросло, да, у чувака. Как трек по-другому зазвучал. Сведён, возможно, как-то по-другому, да, но в любом случае он здесь и исполнил его совершенно иначе. Над клипом как поработали, да. Не супер как-то заморочено. Но при всем при этом очень атмосферно получилось, и вот такие клипы гораздо лучше, чем порой те, которые там, пожалуйста, снимаются ебать. Ебальнички свои прикрыли. Понял. Чем те, которые там, на которые уходят, на которые там ебать сколько бюджета, картинка максимально вылизанная, там пиздец, да, работали 30 монтажеров, 40 операторов и 24 режиссера, ну вот такое.
Вот-вот. Блять, хорошо, творчество, творчество. Риза за творчество этим парням. Ладно, короче, респект Найнмайсу. Реально офигенный трек, прям огромный молодец. Пусть продолжают работать именно в сторону качества, да, стараться как-то вот, чтобы разнообразие было и так далее. Это хорошо. За это огромнейший респект. Молодец. Спасибо большое, Найнмайс. На этой неделе удивил, прям удивил.